Сегодня исполняется 99 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского офтальмолога Зарифа Алиевой. Зарифа Алиева внесла ценный вклад в развитие офтальмологической науки в Азербайджане. Она занималась подготовкой высококвалифицированных кадров. Академик Зарифа Алиева оставила богатое наследие. Своими исследованиями, фундаментальными трудами значительно продвинула азербайджанскую медицинскую науку. Она до сих пор служит примером миллионам азербайджанских женщин. Это образец ученого, врача, матери, супруги и общественного деятеля. Она жила и работала во благо своего народа.